Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами TCL-25G, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне просканировать QR-код. Для того, чтобы это сделать, мы открываем камеру, то есть делается все очень просто, и видим, что с помощью камеры здесь просканировать QR-код такой функции нет. Но делается это на самом деле очень просто. Мы слева от кнопки съемки нажимаем на вот эту вот кнопочку, которая перекидывает нас в Google линзы. И потом нажимаем здесь включить камеру. Просто наводим камерой на QR-код. У меня сейчас QR-кода нет, но вы просто вот так вот камерой наводитесь на QR-код. И QR-код будет автоматически просканирован. И в принципе на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!